Вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства обсуждались в микрорайоне Жигалово. С жителями дома номер 11 по улице 8 марта встретился глава округа Андрей Булгаков. Ранее появилась информация о том, что дом будет обслуживать не та управляющая компания, которую изначально выбрали жители, что вызвало у них волнение. Однако данное сообщение, как оказалось, к действительности не имеет никакого отношения. Вопрос подробно разобрали на встрече. Хотят жители, чтобы их дом обслуживала организация «Новая Жигалово». Документы от управляющей компании уже поданы в ГЖИ. Остается решить некоторые юридические вопросы. И в скором времени компания должна приступить к работе. Сообщение о переизбрании УК оказалось информационным вбросом. Протоколы только нового Жигалова, правильно? Да. Соответственно, принцип, значит, кто подал вторым и ключ, такого быть не может. В первую очередь организация займется проверкой систем отопления и устранением аварийных элементов. Словом, всем тем, что волнует собственников. На контроле и перерасчет за отопление прорабатывается также вопрос социальной компенсации по ЖКХ для пенсионеров. Тут даже не в котлах дело, а в автоматике больше, значит, чтобы было, значит, регулирование по теплу. Еще одна острая тема – вопрос ливневки. В этом году у школы муниципалитет проведет работы по устройству ливневой канализации, которую не спроектировал застройщик. Дополнительно на рассмотрение вопрос устройства системы у дома номер 11. Это позволит решить проблему с подтоплением подвала. Исходя из проекта, будут определены начало и срок проведения работ в этом или следующем году.